Друзья, и вот хочу вас познакомить. Я говорил вам, что я присматриваюсь к одному проекту Solar Group Мотор Колесо Дивеново. Я своим рефералом, кто со мной в кошельке Virex.io, уже выложил это видео. Надеюсь, они посмотрели. Не это, но там другое видео, там подборки, что на сегодняшний день там и в Китае происходит сотрудничество, и еще там. И вот сегодня я решил выложить видео в общий доступ по этой компании. Значит, здесь тоже краудфандинг, то есть народное финансирование этого проекта идет полным ходом. Начиная, ну не так, как Skyway. Здесь и быстрее он как-то развивается, и здесь еще дисконт достаточно большой, чтобы можно было купить большое количество акций. Так, ну и вот по кабинету сейчас пройдемся быстренько, а потом я вам поставлю, чтобы не быть голословным, да, поставлю видео, диалог там своего наставника с человеком, который вот у меня наставник туда уже профинансировал порядка 15 тысяч долларов, даже больше, по-моему. Вот, и но я вот все ждал новостей, и вот тоже зашел в этот проект и начинаю инвестировать туда, но не хочу оставлять Skyway, потому что Skyway скоро заканчивается. Ну и вот как-то и туда финансирую и покупаю акции. Итак, зайдем в кабинет. Вот так вот выглядит ваш кабинет, друзья. Здесь тоже надо проходить верификацию. Но это не так все сложно. Я отослал свой паспорт, страницу паспорта, там прописываете. Потом отсылаете страницу с пропиской. Там, где вы живете, указываете все. Но если вы переезжаете, можете поменять. Верификация достаточно быстрая. Так, и вот раздел «Инвестировать» заходим. Так, раздел «Инвестировать». Вот такие вот условия инвестиции. Я зашел на предыдущем этапе, поэтому у меня уже часть акций куплена. Я зашел вот на этот тариф. Вот здесь есть две возможности финансирования. Разовый платеж 500 долларов. Вы покупаете 185 тысяч акций, приобретаете. И в рассрочку 182 тысячи 500. Вот я оформил пока рассрочку. Мне осталось немного ее погасить чуть-чуть. Но я зашел на предыдущем этапе, поэтому у меня там другое количество. У меня здесь большее количество стоит. Вот, вот пакеты вот такие вот есть. Смотрите, выбирайте. Все, конечно, очень круто. Там в разделе банкинг можете проплатить там куча платежных систем тоже. Ну вот, для примера, сейчас. Так, сейчас вот поставим единицу, допустим. И вот платежная система. Видите, я с Advanced Cash завожу. Вот, пожалуйста. Все что угодно. Так, значит, в разделе инвестировать. Сейчас еще я забыл вам показать. Да, движение по счетам. Тут все есть. Все сделано. Начисленные доли, мои рассрочки. Вот, я заранее гашу все это дело. Вот я взял пакет на 500 акций, и видите, у меня уже платеж через 91 день. То есть я могу еще оформить. Вот график платежей. Вот видите, просрочно по 9500. В итоге я здесь получаю, по-моему, 197 тысяч акций. Но это по старой цене. Сейчас 180 уже. Так, и значит, новости, новостной раздел по кабинету.
Вот сейчас идет пятый этап развития проекта, но как-то все быстро так двигается, в отличие от Skyway Capital. Здесь как-то все прямо... Здесь можете отслеживать новости. Вот сейчас идет пятый этап развития проекта. Вот, посмотрите, все очень интересно. Так, теперь партнерам. Тоже все просто сделано. Вот структура клиентов. Значит, партнерский счет, структуру вот разработали. А до этого тут переделывали кабинет. Партнерский счет, реферальные ссылки, перевод средств, маркетинг-план. Пожалуйста, все здесь есть. Да, еще, друзья, вы не сможете получать реферальные средства до тех пор, пока сумма ваших инвестиций в эту компанию не превысит $200. Да. Вот. Видите, люди зарегистрировались, но пока еще никто не приобрел акции. Ребят, не тяните, не тяните. Здесь есть шанс конкретно нормальные деньги заработать. Так, нет, здесь, видите, документы, это инвестиционный договор. Так, приложение к договору и оформление начисленных долей. Вот, а верификацию проходите вот здесь. Нажимаете, заходите к себе в профиль и проходите верификацию. Все, друзья, вот так коротенький пробег по кабинету. Сейчас я вам поставлю видео, да. Хотелось бы, чтобы вы тоже узнали, что мнение других людей же тоже надо учитывать. И я вам поставлю видео, где вот мой, я уже говорил, наставник общается со своим товарищем. Вот это видео я тоже смотрел. Конечно... Штука-бомба, ребята. Ну, как всегда, наши ученые, инженеры впереди планеты всей. И слава богу, что их сейчас уже невозможно задавить, потому что команда сильная, что Skyway Capital, что проект Denova, вот этот вот. Это, конечно, вот этот человек. Все, ребят, смотрите. Смотрите и слушайте. Заседание вот этой комиссии, чтобы, ну, как бы рассмотреть вот это все принятие в экономическую вот эту зону. То есть у них уже, в принципе, лаборатория, которая проверяет все вот эти электродвигатели, будет там все процедуры эти проводить, да, с электродвигателями, она уже, в принципе, там готова. Еще подвозит новое оборудование, еще где-то за рубежа все везут постоянно. Ну там установили сейчас, не помню какой станок, тоже такой очень важный пришел. И лазерное тоже оборудование будет. То есть цеха вот эти, они как бы уже наполняются полностью, все. Вот, и что как бы основной момент такой, хотелось бы сказать, то есть смотрел, вот, да, и Дуйнов сам говорил, что вот сейчас оборудование полностью довезут, но это где-то в июне будет. И в принципе уже проект может уже запускать производство двигателей, то есть под заказ. Вот. Но это будет как бы чисто лаборатория, да, и основной как бы момент, конечно, вот, собираются деньги на постройку самого большого конструкторского бюро. То есть я тоже сначала спрашивал, есть ли там на этой зоне как бы строения какие-то, да, что может там меньше строить, но он как бы сказал, что там есть строение, но будут все с нуля просто начинать, потому что коммуникации туда не подвести, то есть там электричество, канализация, вот это все как бы очень, ну все в полном таком крахе, короче, поэтому лучше проще построить с нуля. Вот, это такой основной момент, то есть конструкторское бюро будет как бы строить с нуля. Ответа вот от имени Латвия, Италия, там, Германия, ну на европейские страны как бы привлекая инвесторов, соответственно, инвестиции, короче, идут очень активно, то есть это на самом деле хорошо. Вот. Ну и то, что вот я сказал, да, лаборатория, в принципе, сейчас будет готова уже, но я думаю, к июню там уже будет готова. И, соответственно, проект уже, по идее, как бы, да, он выйдет на окупаемость, то есть он начнет производить двигатели, которые будут давать прибыль. И двигатели, которые... Слушайте дальше.
Это материалы еще все это. Капитальный ремонт, то есть они ремонтируются, но в двигателях Дуйнова там, соответственно, и КПД больше, и, ну, короче, все характеристики больше, намного там процентов на 30, и с производства их дешевле, поэтому он намного выгоднее, чем вот эти остальные. И, соответственно, ребят, небольшая поправка насчет завода. Завод в этом году не будут начинать строить, потому что по расчетам не успеют, так как зима там, ну, будет понятное дело. И Дуйнов сказал, что закладывать завод будут в следующем году. Но это все мелочи. Слушайте дальше. Это материалы еще, я не помню, месячной давности, по-моему. Пока я отслеживал все это. Вот такие вот новости. Еще хорошая новость. Они нашли партнера, но они уже, как говорили, давно с ними общались. Как бы это все тоже дело параллельно развивали. И вот в Липецкой области они хотят там еще другие люди совершенно, не относящиеся как бы к проекту, да. Но это будут как бы партнеры, они хотят построить там завод. Ну, недалеко, я так понял, от Липецкого комбината, вот этого металлургического. И вот эти как строители сейчас готовятся, 10 июня будет у них как бы это как бы вступление электричества, потому что, в принципе, работу там по пятому этапу, которые планировались, они уже, в принципе, копировались, они уже планы как бы финансирования уже очень преодолены. То есть планировалось там 80 миллионов собрать рублей. Долларов, да. Миллиона собрать рублей где-то к осени, а сейчас уже рублей, да? Было только в апреле или в марте там больше 200 уже, но сейчас еще больше, потому что переведены, там вебинары ведутся еще на вот этих всех языках, на 13, поэтому иностранные граждане тоже сюда подтягиваются очень активно, и по документам тоже многие спрашивали, они там, короче, по юрисдикции разбираются, по которой вот на четвертом, ну вот сейчас будет этап, который меняется, да, на этом этапе 100% они сказали, мы уже все подготовим, все именно документы для мелких инвесторов, то есть у вас все будет в кабинете, вы можете там себя в реестре найти, выписку из... ...раньше сделать, то есть все будет юрисдикции, но просто сейчас несколько есть вариантов, в какую юрисдикцию зайти, и в какой-то есть там плюсы, к примеру, да, пока не по-любому хапну большой себе пакет, чтобы были хорошие дивиденды, потому что, по идее, я сказал уже, теоретически они уже появляются в этом году, то есть не надо думать, реализуется проект, не реализуется, уже все, в принципе, вот, просто все полностью масштабироваться вообще в крупном объеме на больших уровнях, там, на уровне там больших заказов, таких крупных, да, продажа лицензий, там, которые лицензии стоят там 40-50 миллионов долларов, да, соответственно, все эти деньги сразу идут в компанию, то есть какой-то завод, к примеру, в том же там Чаплыгино, вот этом Липецкой области, он решил строить эти двигателя, да, он покупает лицензию там за 50 миллионов долларов и выпускает там, например, там 10 лет, да, там лицензия действует 10 лет, на 10 лет он выпускает эти движения, там, координаты металлургического, и 50 миллионов долларов сразу идут в компанию, и распределяются, там, 50 остаются в компании, 50 инвесторам, ну, и я имею здесь, имея долю, получаю там свою часть, ну, в зависимости от количества всех акций, которые будут выпущены, да, там у меня уже будет процентное отношение, но пока, как бы, неизвестно, сколько будет акций. Вот, носит. В принципе, здесь есть вот эта штука, короче, техподдержка. Ты им пишешь, они тебе могут быстро, короче, ответить. Они тут постоянно сидят, тут увеличили вроде штат вот этих людей. Угу. И они быстро отвечают, короче, когда это... А можешь попросить, чтобы быстрее вывели, они тебя быстро выведут, потому что ты в клубе 1000, они, по идее, должны тебе быстро, короче, вывести, и все. Я понял. Ну, мне в течение недели нужно, так что... На, вот, я не спешу. На день, либо на втор...
второй день, короче. Но обычно на следующий день приходит, так что там, по идее, быстро с деньгами. Ну, многие как бы, да, тоже развивают сейчас вот эту маркетинг. Маркетинговую часть чисто там взяли небольшой пакетик и просто развивают, как бы, помогают компании, и все, в принципе, нормально. Неплохо зарабатывают. Я тебя услышал. Ну, в принципе, понял я всю информацию. Ну, мы с тобой уже общались, все понятно. Иметь 0,1% акций, то это миллиардер, миллионер. Точно там. Очень-очень много денег. Поэтому здесь тоже технология. Технология, которая помогает сократить, как бы, и потребление электроэнергии, да, и повышая эффективность самого, как бы, двигателя, поэтому просто надо поизучать. Вот возьмите вебинар, у меня вот на канале там идут стримы, я как бы настроил, что... Ну вот, друзья, сами все слышали, да, люди вкладывают большие деньги, компания развивается, вот в новостном разделе пройдите, посмотрите, там более подробно все узнаете. Ну, я... У меня нет такой возможности по 15 тысяч долларов вкладывать. И вот, в принципе, человек, кто изобрел все это хозяйство, он пошел навстречу простым инвесторам. И сейчас пакеты в рассрочку можно приобрести от 50 долларов в месяц. Все, друзья, вот такое вот видео. Ссылку на регистрацию оставлю ниже. Заходите, смотрите, изучайте, инвестируйте. Всем привет, до следующих публикаций.